Привет всем, я бабушка Фанью. Привет, детишки, я приехала навестить свою внученьку Фандюшечку. Говорят, что мы с ней похожи. И, наверное, правы, потому что мы самые близкие родственники. Я ехала издалека из Тулы и приехала к вам, деточки. Вот, ну где же моя внученька Фандюшенька? Где же она ходит? Фандюша, ау! Фандюша, маленький пёсик, Фандю! Ладно, деточки, наверное, вам интересно смотреть на мою внучку, поэтому я сейчас ухожу, а она придёт. Ушла. Ой, бабушку мою видели, познакомились уже, ребята. Вот, это моя бабуля, а это я, Фандю. В общем, встретимся с вами в следующий раз, может быть, познакомлюсь с остальной своей семьей. Ведь у меня же еще есть и мама, и сестренка, и еще много кто. В общем, пока!